Под финал осени Владивосток увидел 9 зрелищных профессиональных поединков. Панкратион объединил спортсменов из Бразилии, Китая, Монголии, Киргизии, Ирана, Украины и России. Столица Приморья принимала 231-й международный турнир по смешанным единоборствам на Кубок губернатора Приморского края. После длительного перерыва промоушен MFP вернулся в дальневосточную столицу громко и ярко. Одним из самых зрелищных событий мероприятия стал бой за пояс MFP в среднем весе между Григорием Сиренко из Владивостока и двукратным чемпионом мира по панкратиону Сергеем Погодаевым из Иркутска. Бой планировался еще давно, еще в прошлом году у нас был face-to-face. Вот, и мы, скажем так, планировали после face-to-face провести его месяца через 2-3. Но так как получил травму я и Сергей одновременно, бой отменили. Команда помогла мне настроиться, и команда меня сильно поддерживала, давала мне уверенность. И это все благодаря команде. Сергей хороший ударник, у него, по-моему, серия из 6 побед была, и всех он нокаутировал. Я получил травму за 12 часов до взвешивания, надорвал очень сильно связку, которая соединяет и икроножную, и ахиллово сухожилие. И просидел на обезболивающих в пятницу и субботу и четверг. И вроде бы все прошло, но выходя уже на бой, на 4 или 5 секунде я умудрился ее дорвать. С мыслями выходил в этот Колизей. Не драться, грубо говоря, умирать. И это сейчас известно, что Гриша боролся с травмой, однако зритель во время поединка этого не знал. Но несмотря на это, в третьем раунде непростого боя единогласным решением судей победил приморский спортсмен, став чемпионом мира по панкратиону по версии MFP. Плачут, это слезы чемпиона, браво, Григорий. Браво, браво. Достойный поединок. Камбэк совершил он в ходе этого боя. Здорово, здорово. Слезы на глазах. Слезы счастья, ну понять можно бойца. Такой поединок шикарный провел. Я стал чемпионом мира среди профессионалов по панкратиону. Для меня это была огромная честь. Я до сих пор не верю, что я сделал, что мы сделали, наша команда. И я очень благодарен моей команде, потому что это ихняя заслуга. И я думаю, что пока у меня нету такой сильной мотивации, чтобы продолжать дальше. Я не знаю, что меня может смотивировать. Именитый владивостокский спортсмен Григорий Сиренко, став чемпионом MFP, прямо на октагоне официально объявил о завершении карьеры бойца. Для многих его поклонников и не только это стало неожиданным решением. Я, как уже говорил, что вне зависимости по окончанию боя, я завершаю свою карьеру. Я хочу поблагодарить всех людей, кто на протяжении 5 лет меня поддерживал. Первая причина – это здоровье. Здоровье уже не то, пора притормозить, надо вовремя уходить. Я слишком много отдал сил, я очень много пропустил ударов от Погодаева, потому что он очень хороший ударник. Было обещание моим родителям, что я подерусь за пояс и завершу карьеру вне зависимости от результата отбоя. Григорий признался, что в дальнейшем хотел бы попробовать себя в бизнесе, но и от спорта не отказывается. Будет тренером и воспитывать новое поколение бойцов, передавая свои знания и опыт. Дмитрий Беломестнов, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом.